Здравоохранение Брещины и Страсбурга имеет серьезную почву для сотрудничества. Этот тезис прошел красной нитью через встречу вице-губернатора региона Олега Величко с руководством университетской клиники города Страсбурга. Перспективными для взаимодействия должны стать такие направления, как нейрохирургия, офтальмология, хирургия грудной аорты. Мы, в принципе, заинтересованы, конечно, чтобы эти отношения развивались, потому что ваша клиника, она известна, в общем-то, ну, с мировым именем, я скажу так. Это действительно клиника, где наши врачи могут многое перенять у вас, научиться многому, новым технологиям. Взаимоотношения Брестской областной больницы и университетской клиники в Страсбурге продолжаются вот уже 2 года. Не последнюю роль в установлении диалога сыграло почетное консульство Франции в городе Бресте. За это время профессиональные стажировки за рубежом прошли 10 специалистов Брестского учреждения здравоохранения. Практика эта будет продолжена. Причем стажироваться будут не только доктора Бреста в Страсбурге, но и наоборот. На перспективу, и мы об этом говорили уже вчера и сегодня, мы хотим, ну, собственно говоря, хочется все посмотреть и все увидеть. Почему? Потому что, ну, такая клиника просто громадная, с таким уровнем сотрудников. Ну, там все интересно и всего хочется увидеть. Но на ближайшую перспективу мы планируем, если все получится, развитие микрохирургии глаза, стажировка врачей и нейрохирургической службы. Ну, посмотрим, это, потому что это все надо делать в комплексе. И врачи, офтальмологи, нейрохирурги, анестезиологи, медсестры. Мы увидели, что надо, чтобы всегда это была команда, проходила стажировка. Если один что-то знает, чтобы были какие-то и моменты, скажем, вот сделали операцию, а уход немножко отличается тоже. Поэтому комплексный подход к лечению пациентов. С Брестской областной больницей мы планируем и дальше развивать практику стажировок. Это позволит генерировать те техники и методики, которые сегодня есть и у брещан, и у французов, для того, чтобы на выходе получать лечение высокого уровня. У нас было 2 доктора, которые в Страсбурге пробовали совершенно новые для себя техники лечения. И сегодня они успешно реализуют их у вас в областном центре. Подписанное соглашение призвано стать очередной ступенькой на пути формирования взаимоотношений в сфере развития медицинских технологий. А подобный обмен опытом и знаниями позволит улучшить качество оперативной техники, оптимизировать послеоперационный период, внедрить новые методики лечения.